Не могу никак слезть с темы тараканов и паразитов, потому что следующая новость. Ну, поэтому следующая новость. Белгородский вуз организовал просмотры лекции Владимира Соловьева для студентов. Ну, какой ужас. А? Да. Ну, не понимаешь, в чем дело? Да, надо, да. Так. Я так понимаю, что речь идет, возможно, речь идет о ролике, где вот он с таким корявым немецким акцентом паразирует фашистов при слове, значит, издания The Bild. Das, das Bild, потому что он там как-то очень сильно. Все дело в том, что это оказался Белгородский государственный институт искусств и культуры. И вот для этих студентов с режиссерского факультета, с актерского да, искусства и хореографии, да, дизайнерам и музыкантам показывали, значит, лекцию, которая называется лекция Владимира Соловьева о патриотизме. А, да, значит, есть, просто ознакомились журналисты с целым распоряжением проректора, который обязывает по графику показывать эти выступления студентам. Мне очень жаль, что, видимо, в, Белго в Белгородском государственном институте искусств и культуры нет факультета клунады и циркового искусства. Вот бы там показали, вот это была бы новость века слушайте, ну а как может быть по-другому? Да? Вся власть, все ее институты, все ее ответвления, они подчинены одной и той же задаче. То есть система понимает, что она может функционировать, вот так вот грабить, эксплуатировать и угнетать людей только в одном случае. Если люди будут молчать. Молчать они будут да, в различных вариантах. Запуганными, обманутыми, купленными. Тут, как говорится, у кого какие наверху возможности. И вот для того, чтобы обмануть людей, а эта политика только лишь на обмане и существует, да в том числе в вопросах запугивания, когда каждый говорит, меня посадят, меня оштрафуют, меня, значит, тут вот, уволят с работы. Да? Но понятно, что не могут посадить и оштрафовать, уволить всех, потому что ну, нету столько тюрем, и кто будет работать, если всех поувольнять. Да? Поэтому обманули таким образом, что люди отказались от, своих, от своего будущего, да? от своих прав, отказались от своего участия в принятии этого решения, да, люди остались дома, ни на выборы не пошли, ни на забастовки, ни на митинги, они просто благодаря этому обману самоустранились, отдав, собственно, богатство, да, то, что нам досталось от отцов и дедов, ну вот это, этой кучки жуликов. Каким образом этот статус-кво поддерживает? Ну понятно, да, что пропаганда, которая должна этот обман нести, эти страхи навязывать, эти опасения у людей взращивать, эта пропаганда должна свою функцию выполнять. Но телевизор не смотрят. Последние оценки в ЦИОМ заявили, что 30 с лишним процентов российского общества вообще не смотрит телевизор. Это катастрофа. Для системы это катастрофа. Почему? Ну, возьмите треть нашего населения, это дети, да, треть это люди пенсионного возраста, и приблизительно треть это э, люди среднего возраста, там, от, условно говоря, 20 до, ну, там, условно говоря, 5 лет, да? Вот представляете, если дети, ну, власть здесь не, не может ничего сделать, они, в принципе, словами его вряд ли будут смотреть, да, у них, ну, какие-то мультики, какая-то развлекуха, там, или, может быть, образование, что-то еще, но точно не политика, да? И люди, пенсион, ну, вот, понятно, это самое зависимое от пропаганды часть населения. Люди, которые прилипли к телевизорам, кто-то по состоянию здоровья, кто-то в силу экономических факторов, да, но они, соответственно, просто, особенно вот в небольших населенных пунктах, где нету другой инфраструктуры, Нету каких-то возможностей развиваться или отдыхать. да, Ну что еще гражданину делать? Вот он уперся в этот телевизор, а тот его зомбирует, бьет ему в самое сердце, подбирает такие аргументы, чтобы невозможно было этому сопротивляться. Да? На святых вещах иной раз э, пропагандист э, там, Соловьев, Киселев будет будет играть. И это в конечном итоге приводит к тому, что вывод -то один, а, та трудоспособная часть российского общества, та часть общества, которая наиболее социально, экономически, в общественных и других смыслах активно, она а телевизор не смотрит. Каким же образом это дело исправить? И тут и власть приходит к единственному возможному, возможному выводу. У нас же есть часть граждан, которые зависимы от власти, которые работают в тех или иных социальных сферах, которые получают деньги от государства. И вот эту власть можно заставлять Эту власть можно прину... То есть эту часть населения можно заставлять и принуждать студентов ли, или медиков, учителей, или сотрудников правоохранительных органов. Их можно с точки зрения их руководства обязать. В противном случае будут угрозы. Им говорят, придите, пожалуйста, и потратьте несколько часов, чтобы вот этот зомбоящик до них добрался. В противном случае, а как власти управлять? Как манипулировать общественным сознанием, если нету средства коммуникации?